Судя по температурным рекордам последнего месяца осени, услуги дорожных организаций понадобятся не скоро. Необычно теплая погода держится по всей России. Жители Чебоксар за осенние месяцы наблюдали несвойственные для осени явления. На деревьях распускаются почки, зацвели верба и мать и мачеха. Проснулись даже насекомые. Что это, аномалия или норма, выясняла наша съемочная группа. 6 ноября в Чебоксарах побит температурный рекорд этого месяца. Максимум равен 11 градусам. По данным гидрометеослужбы, в 2005 году было 9. За последние годы, начиная с 2000 года, у нас вообще ноябрь, как правило, стал теплее среднемноголетних значений. Ну а в этом конкретном году получилась такая ситуация, что мы попадаем постоянно в теплые секторы циклона, и у нас идет большинство теплого воздуха с юго-запада, с юга. Как рассказывает Марина Китарьева, в ближайшие 3 дня также сохранится аномально высокая температура. Днем ожидается от 6 до 11 градусов тепла, ночью до 6 градусов. Похолодание прогнозируют только к концу ноября. А пока горожане наблюдают распустившиеся цветы, набухшие почки и наслаждаются теплыми днями. Начинает активизироваться сокодвижение. И, естественно, почки где-то могут и почки начинать набухать. Вот. И если сейчас это тепло еще сохранится, то, возможно, и почки будут раскрываться. Конечно, для ноября это очень аномально, но сильно растянутый период, вот осенний период у нас получился.